Ира, что за сорт ольхи? Такой красивый рассеченный лист, необычный. Ну, это ольха черный империалис. Самый-самый рассеченный, самый резной лист. Очень красивое растение. Вот хороша именно форма листа. Очень важно иметь в виду при посадке, что требуется влажное место. Потому что, знаешь, когда сажают там, где недостаточно воды, она не такая красивая. Она вроде как живет, не дохнет, но выглядит очень бедно. А вот на почвах хорошо увлажненных выглядит, конечно, прекрасно и похоже на такую елку просто. Ну и, наверное, это преимущество большое, потому что все-таки у нас много переувлажненных участков, да, где не все растения себя хорошо чувствуют, а ольха должна... Да, да, да. В данном случае ольха, конечно, такое наше дерево. И мне кажется, очень важно, что есть вот сорта, не похожие друг на друга. Это позволит так хорошо разнообразить ландшафт и решать проблемы влажных и переувлажненных участков. Очень красивая рассеченная листва, смотрится, конечно, интересно, и красивую тень, наверное, дает. Да, такую легкую, изящную, ненавязчивую. Очень красиво смотрится, вот когда на нее падает солнце, и она образует вот теневой такой орнамент на газоне, допустим, невероятно красиво. Самая необыкновенная ольха. Ольха яркая, насыщенная, золотого цвета. Это ольха аурея. Но у нее лист такой слегка желтоватый, он и летом слегка желтоват, ну, такого лимонного оттенка. Но самое потрясающее, конечно, это ее побеги. Вот сейчас они такого слегка желтого цвета, а зимой они становятся очень насыщенные, желто-оранжевые, яркие-яркие. И еще очень интересно, вот когда распускаются сережки, они тоже такого оранжевого цвета. Ранней весной это потрясающее зрелище, ярко-оранжевые ветки и свисающие оранжевые сережки. Замечательное дерево создаст эффект, ну, такого счастья и солнца на участке. Очень рекомендую. Липа мелколистная Green Globe, совершенно замечательное дерево. Это четкий шар, нарастающий медленно, но плотно. Это такая хорошая замена клену глобозум. Замечательное дерево для регулярного сада, для сада, в котором играем шарами, допустим, шары на земле, шары вот на кроне. И отличный акцент, допустим, для цветников, для бордюров. Такое вот интересное и необычное дерево. Очень интересный сорт яблони, не так давно появившийся на рынке и поэтому не всем хорошо известный. Это яблоня ретабелист. Чем интересна? Она интересна такой четкой колоновидной формой кроны. Цветет она, бутон у нее розовый, цветы распускаются белыми, цветет белыми цветами. Но вот плоды вызревают ярко-красные. Сейчас они только в стадии созревания, они будут еще более насыщенные, яркие. И яблоня плодами усыпана вся. И смотрится это действительно так, как такая красная колонна. Очень любят птицы, прилетают с удовольствием на это дерево. Вообще яблоки держатся очень долго. Ну, вот такая вот интересная вещь. В принципе, ее можно использовать и для того, чтобы закрыть, ну, нечто, что вам хочется закрыть. Они растут достаточно такими плотными колоннами, если сажать их одно за другой с дистанции, ну, допустим, 3 метра, у вас будет такая сплошная, четкая вертикальная стена. Еще один интересный сорт яблони – китайка Кер. Мы когда начали выращивать, обнаружили, что многие эту яблоню не знают и смотрят на нее как на некий новый сорт. На самом деле это достаточно давний такой традиционный советский сорт, выращиваемый еще в Советском Союзе. И вот сейчас он возвращается активно на рынок. Чем интересна яблоня китайка Кер? Очень крупные плоды,
очень яркие. Вот они, когда совсем окрасятся, совсем созреют, ну, прям помидоры такие. При этом они вкусные. Они не приторно-сладкие, они, скажем так, кисло-сладкие. Достаточно приятные, идеальные для джемов и варений. И вот что еще очень важно, скажем, для этой яблони, как для плодовой яблони, она выращивается как плодовая яблоня. У нее нет периодичности в плодоношении, и она успешно плодоносит каждый год. Новое растение в нашем питомнике и на рынке – вяз дадонс. Наталья, скажи, вот ты когда-то имела дело с таким растением? С этим растением мы еще не работали, а растение это шикарное. Какая красивая графика листвы. Очень красивое растение для современного сада, необычное. Но мы боимся использовать вязы, ведь это, в общем, достаточно проблемное растение. А что вы скажете вот про этот сорт? 35 лет назад в Голландии в экспериментальных садах начали изучение 35 сортов вяза на устойчивость к вязовой болезни. И, собственно, что делали? Вводили инъекции этой болезни в эти сорта. В итоге они оказались устойчивы. Еще одна интересная черемуха. Черемуха обыкновенная в атерере. Она отличается от вида тем, что у нее более компактная крона. Причем кроны все одинаковые. Если у видового дерева какие-то ветки смотрят вниз, какие-то вверх, какие-то в сторону, то у ватерери, вот видите, все кроны, они, в общем, одинаковые. И еще ватерери отличается тем, что у нее очень длинные вот эти вот соцветия, а потом соплодия. То есть, когда она цветет, цветение очень обильное, кстати, тоже отличие от вида. И соцветия свисают такими длинными поникающими гроздями. Вот, собственно, такое замечательное дерево. Еще одна интересная черемуха – черемуха обыкновенная колората. Дерево, в общем, не очень большое, 8-10 метров, не более вырастает. Интересно, конечно, своим цветением. Цветы у нее розовые. Вот представьте, весной, когда цветут яблони, практически в это же время цветет черемуха колората, и это фантастическое зрелище. Запах у нее не такой резкий, как у черемухи обыкновенной видовой, он такой более, скажем, с оттенком миндаля, не так резко пахнет. Ну и вторая ее особенность – это лист. Лист у черемухи с такими красноватыми прожилками и обратная сторона листа немного в красно-бордовый цвет. То есть это такое достаточно насыщенное красноватое пятно в ландшафте. Очень интересное дерево.